Заверяем, стой тут. Потом не потерять и в музее разместим. Все, бантик передать Василинке, потомкам. Это вам. Все, это Василинке большой передать. Все. Так, ну что, основные моменты. Митинг был, разрезание было, одеваем маски, заходим. Подобие каски Адриана, который был разработан в 2016 году. Значит, здесь представлен противогаз Зелинского. Крамера. Это лучшие врачи, которые были добровольцами. Бросились спасать красноармейцев. Очень многих спасли. И так получилось, что Акутин, самый главный хирург, он и написал ту первую книжку, от которой заставили появиться военным врачам. Ну, жизнь закипела. Там барнышки, жители писали, где они там стрижку проводят, где там собачек причесывают и так далее. То есть все рекламы, все как надо, все двигается. Тогда такая война, будем говорить, джентльменская была. Значит, приходят поляки, немцы, 41-й год. Камуфляж. Горный егерь. Мотоциклисты как выглядели. Вот они на фотографии один в один. Внизу это уже фотографии оригинальные как были. А вот техника. Самые надежные. Супер тачка ДКВ НЦ-350. Папа наших ежей. Это вариант, как я говорю, на начало войны. 41-й для хождения по Европе. А вон уже машина доработана в Советском Союзе. Видите, все лишнее убрано. Вес другой. Алюминий кончился, ушел на производство ПАУ-2. И самолетов запретили применение. Поэтому стал чугунным.